рассказывай, куда едем. Всем добрый день, уважаемые подписчики. Вот мы едем в Виноградку, такая дорога. В Виноградку мы едем. Вот точно. Это более похоже. Едем в Кинельчикасу. Вперед, между нами. Давай заново. Ладно. Уже 45 секунд прошло. Снимай, снимай. Пока не выключится. Сколько ты Кинель-Черкасов, Степа, знаешь, на обед? Не знаю. Сколько километров? От Самары. От Самары до Виноградки. Ты Кинель-Черкасов едешь. Я говорил еще раз. От Самары до Кинель-Черкасов 100 километров. Время в пути примерно... Полтора-два часа, если не спеша. Если не спеша, полтора-два часа ехать в Кинель-Черкасы. Ладно, надо по частям снимать, что ли, так? Снимай и все, как едем. Что ты это? Не отключайся. А когда отключится опять? Еще раз нажмешь, да. Как можно больше надо снять. Там, в одну сторону, в другую, там, в поле, лес, там, вперед. Ба, я даже назад снимаю. Прочно снимаю. Да, вон. Как красиво все выставить. Я снимаю.